Добрый день! Сегодня я приехала в Ашан купить кое-какие продукты к празднику и также купить семечки для наших пернатых. Начну покупать шоколадки. Вот марципаны взяла две штуки. Сейчас посмотрим, что еще тут я из шоколадок куплю. Угу. Деды Морозы. Коллекция. Народа много. Смотрите, все набирают. Мне так, пожалуй, не пройти. Там елки красивые. Смотрю на подарки. Какие же тут представлены нам домики. Вот примерно, что в этом домике. Какие елочки красивые. Ладно, пошли брать к нашему котику подарок. Котик наш любит китикат. Вот сейчас мы возьмем с говядиной в желе. Показывать не буду. Вот какие конфетки разные. Глаза засмотрятся. Чего тут только нету. Ну это что? Типа трюфели. Зайчики, попрыгайчики шоколадные. Петушки. Вон какие. Елочки. Вот. Звездочка. 84 рубля. Рыбак рыбу поймал. Вон какие рыбёхи плавают. А мы взяли вот здесь вот рыбу. Яблок много. Здесь апельсины, мандарины разные, по 93, по 100 рублей. А вот там все берут личи. Взять не знаю, может быть и взять. Вон, привезли к нам, сколько их много. Не знаю, взять не взять. Привезли эти личи и тут даже написали, как его кушать, что перед употреблением необходимо снять кожицу. Едят, как обычную, сливу или персик, выбрасываю косточку. И даже калорийно, 60 калорий. Вот видите, набирает. $149. Мы тоже взяли. Все подходят, спрашивают, а как это едят? Он мужчина сколько набирает много. Любит, наверное. Конфет как много разных. Каких только нет конфеток. Но конфеты я не хочу. Семечки мы взяли. Вот целый мешок. 10 килограмм. Птицам хватит. На целый год. Народу мало в магазине. Потому что сейчас 3 часа. И народу не очень много. Так, посмотри, что еще тут мне надо. Может быть, в мясном отделе что-то. Индейка. Индейка. Нет, не хочу. Бедро индейки. А это что? Какие-то обрези. Обрезки индейки. Одна индейка. А это что? Рагу по-домашнему. Из кого сделано? Так. Гуска индейки. Рагу. Что там? Гуска. Может быть, можно на суп? Не знаю. Да? Свершили все покупки. И сейчас уходим. Ты кто? Рюкзачок, собачка. Встали на кассу. Дудочки. На кассе есть народ. Гуляли в магазине час. Вот купили целую зеленую сумку. Котику не забыли взять. Кушать. Семечки, печенье. Ну все, пока.
магазинчик. Сколько мы оставили? 5000. А ничего и не купили хорошего. Так, по мелочам, да? Все. Выходим. Еще поедем за плинтусами. А небо сегодня голубое-голубое. Солнце золотое-золотое. Сейчас уже солнышко будет садиться. В машине сидим уже, греем. На улице показывает 1 градус мороза. Но мне кажется, намного холоднее. Прохладненько на улице. Мы уже едем навстречу солнцу. Сейчас, между прочим, в 4 часа уже будет закат. И наступит сразу темнота. А красиво солнышко садится. Сегодня целый день был солнечный. Редко так бывает. Прям ни одного облачка не было на небе. Вон как красиво. Хочется домой, уже не хочется ни в какие магазины. Но плинтуса тоже купить надо. Ой, какое солнце вот здесь вот. Вот желтый магазин впереди. Вот мы сюда и едем.